Европы. Собираюсь вот в 2014 году было принято решение, и так вот уже указано. Просил к деловому понедельнику подготовить расширенную информацию, чтобы вы выступили перед коллегами, перед СМИ и рассказали, как мы выстроим эту работу по приобретению животных в новый зоопарк. Нужно создать программу лояльности, нужно обязательно сайт с потребностью тех животных, которые мы собираемся приобрести согласно вот новой концепции зоопарка. Мы сегодня утром говорили с президентом перед тем, как я поехал на совещание. Мы приняли решение стать первыми друзьями зоопарка. Президент пока еще не определился, какое животное их семья будет закупать, сообщит это в ближайшее время. С тем списком, который ознакомился я, мы приняли решение семью зебр. Их 7 штук по количеству моей семьи. Вот, младший сегодня на завтраке утвердил, поэтому я думаю, что это большое доброе дело. Мы не просто реконструкции строительства зоопарка, это такая великая первая новая история. Но мы действительно делаем достойнейший зоопарк не только в России, но и в Европе. Поэтому, я думаю, желающих последовать примеру нашего президента и стать другом зоопарка будет среди наших неравнодушных коллег, партнеров будет достаточное количество. Новые животные – это у нас гориллы, шимпанзе, слоны, жирафы. Хотя и слоны, жирафы были, но слон у нас был азиатский в свое время, уже в 93-м году упал. У нас будут африканские слоны, которых у нас вообще никогда не было. И в России африканские слоны только у нас будут. Ориентировочные сроки сказать пока это сложно. Сейчас строители как завершают свои работы. Мы уже сейчас ведем переговоры с поставщиками. Они готовы приступить, как только получат аванс, то есть доставка животных. И каждое животное требует определенного времени. То есть если взять некоторые животные, то есть те же самые зебры у нас уже на территории России есть, они уже адаптированы, то есть их проблем не будет привезти сюда. Если брать африканских слонов, то это в Танзании и примерно срок доставки это от полугода до года занимает. Надо понимать, что закупка животных – это тоже деньги и немалые деньги.